Наши лучшие песни написаны в юности. В наших садах уже не цветет сирень. Но я верю в то, что загадано сбудется. И с этими мыслями я начинаю свой новый день, что дает нам силы в этом беспрерывном потоке эмоций вылезти из этой трясины и увидеть солнце, построить дом посреди дерева, вырастить сына, найти убежище, когда по твоим следам гонятся псы. Это прямой эфир CNP Battle. Дети урбаны, я уже в этой рубке приложу свою руку, чтобы отдать тебе силы. Просто следуй за звуком, это лучше, чем ловить в приходе глюки либо страдать о суке. Наша сила в правде, а правда у нас внутри. Тянет лапы к добыче этот гребаный мир, но я выживу, принесу свою веру всему вопреки. И если этот куплет дал тебе силы, то я не один. Мы сильны, когда мы отдаем. Мы будем любить до тех пор, пока мы живем. Мы сильны вдвоем, втроем, вчетвером, пятером. Все будет ровно, и да пребудет вера в ваш дом. MC Esta! Спасибо. Ну чё, Нинджа, давай твой выход. Поддержим брата! Yeah. До смерти что-то там в голове пугало, да бог с ним. Не серьезно, не стоит беспокоить, все не так, как у людей. Скорее наоборот, шиворот на выворот, то, что задом наперед. Еще один день, как и все остальные, ни черта не принесут, брат, разговоры пустые. От этой писанины трясутся руки, но я не опустил их, слышь, отец давно не видел сына. Рэп-юнат из города, где вечно сыро, Ленинград. Город-символ, символ веры, в силу стиля. Отсмотрись, как в этом смысле мы тут наследили. Ну а хули, ведь если делать, так делать красиво. Чтоб пересчитать своих, мне не надо быть шивой. Горькая правда жизни или проверка на вшивость. Ты только пиши, брата, все те дни, что пролетают мимо. Мы будем помнить, пока не остынем. Yeah! Ну вообще, достойно. Все, братан, вот у нас там место для микрофона. И давайте, многоуважаемые судьи, все внимание на вас. Давай, Нинджа, ты, пожалуйста, встань давай сюда, ближе к колонкам. Туда, ближе вот туда, вот туда. И, соответственно, MC Esta будет здесь. Ну что ж, на счет три, все внимание на судей. Раз, два, три, побеждает Нинджа Йеннига! Видишь? Видишь? Что